Уважаемые коллеги, мне не без гордости хочется сказать о том, что вот эта книга, которую сегодня мы будем вот слушать во время презентации, на белорусский язык была переведена уже довольно давно, вышла в 2003 году, про богов и людей с таким названием по-белорусски. И некоторые рассуждения Греймаса о Каукасах и Айтварасах вот были полезны при подготовке этого доклада. То есть сегодня речь пойдет о невидимом мире так называемых хозяев, с которыми человек соприкасается в значимых точках пространства и времени. А фактологической базой станут полевые записи последних буквально 10-15 лет, сделанных на территории белорусского Поднепровья, то есть это восточные части страны. Взаимоотношения с мифологическим покровителем пространства никогда не относились к сфере абстрактных мифологических знаний, а являлись практической частью социальных навыков и форм поведения. Этих персонажей до сих пор уважают, только с некоторой долей боятся. С ними заключают самые разнообразные сделки или же о чем-то договариваются, приносят приношения, так называемые относы, и даже приносят вот красное пасхальное яйцо в первый день Пасхи. Граница, которая разделяет мир людей и хозяев, она не пространственная, а определена возможностями восприятия, которыми человек обладает в тот или иной момент времени. Человек и дух выстраивают свои взаимоотношения в самых разных сферах деятельности. Если обратиться к записям конца XIX века, вот начала XX века, то там, в общем-то, больше утельный вес рассказов, когда речь идет о представлениях сферы земледелия, то есть животноводческая сфера обрядов, то записи последних лет, они более актуальны в сфере вот как бы поддержания здоровья и даже в некоторой степени в сфере брачных отношений. То есть человек и дух, вот их взаимоотношения выстраиваются с одной стороны по законам взаимоотношений двух миров, то есть обязателен элемент сверхъестественного, а с другой стороны абсолютно по правилам человеческого, в данном случае соседского общежития. Ну, к примеру, хотелось бы начать из примера из сферы брачных отношений. В верованиях недостача в этом мире компенсируется по ту сторону. То есть предопределенная свыше заданность каждому человеку иметь своего брачного партнера в жизни реализуется, к сожалению, далеко не всегда, но обязательно восполняется тем, что вот без мужни или без жены человек получает свою пару после ухода на тот свет. Яркий пример, который даже впечатляет подробностями вот такой романтической литературы. «Слуха, я тебе расскажу, как Надя наша помирала, и нашу больницу помирала. А мне это что-то привиделось. Вот ляжу на кровати там, и так чую, конь верхом, чах-чах-чах. Чуть же верхом, а не колесы. Я подхопилась и бегом на улицу коня глядеть, копытцем летом, вот так, як еде конь яки. Коли его слухаешь, так ён копытами, як солдату войну, чах-чах-чах, чахая копытцем. И я на дворе стою и чую, что туды поехано. А Марья в тое время, у полтретьего ночи, сканала. Сестра моя, она была старая дева. Так у Аудульки, это соседка, у Аудульки, як яны были, иконы делали. Так Аудулька покойница сказала, Марья один раз меня пытая, Петровна, ти ты чула, ти написано де, что як старая дева помирая, так за ей проезжая хлопец на коне. Яна кажа, да, написано так, у книгах, у церковных. На соседский характер общения, ой, вот так еще,
указывает и использование слов «хозяин» и «хозяйка» в восточно-белорусской, ну и также в северно-русской речи. Хозяева делят пространство традиционного мира на сферы персонального владения и ответственности, в соответствии с которыми приобретают и наименования – полевой, лесовой, луговой, межевой и так далее. Для Поднепровья характерна особенность именования домовым представителей любого локуса. Это, то есть в лесу тоже живет лесовой домовой, так его называют. То есть это опирается на представление о собственности каждого из них как дома. Для Восточной Беларуси в целом характерно пересечение сфер влияния и функций покровительствующих сил, когда лесные и домашние духи объединяются, и также появляется интегральный персонаж под таким удивительным наименованием «доброхожий», или же параллельное его наименование «невидимые люди», или же богатыри, то есть в разных, фактически даже может в соседних деревнях для персонажа с подобными функциями существует вот этот ряд наименований. Если традиционные персонажи типа хозяина локуса имеют довольно ограниченные территории влияния, то доброхожий наделяется возможностью перемещения. Уровень его хозяйствования распространяется на всю территорию жизнедеятельности человека, включая хозяйственные природные угодья и в некоторой степени лес. Как уже неоднократно отмечено в научной литературе, в традиционном мировоззрении взаимодействие человека с миром происходит на субъектно-субъектной основе, то есть представляет собой диалог. И контакты миров регламентируются комплексом правил, то есть эти правила глубоко так и очень подробно расписаны, существуют в народной памяти. Нарушение вот этих правил можно, оно, как правило, влечет за собой наказание. И в первую очередь сегодня в рассказах это наказание проявляется в форме болезни. Вот эта болезнь, которая приписывается влиянию духа на человека, она не предполагает каких-то конкретных симптомов, а, как правило, или даже можно сказать обязательно, указывается на тот или иной, на ту или иную кривизну. То есть это или человек начинает заикаться, у него там вырван глаз, рождаются немые дети, вырастает горб и так далее. То есть кривизна, как такая обязательная черта потустороннего мира, она в человеческом теле находит такое свое проявление в форме болезни. Заговоры от... Пускай еще побудет. Заговоры от болезней, причиной которых стало нарушение магического этикета, и представляют собой обращение к этим духам с просьбой о помощи. Именно тексты заговоров позволяют узнать имена собственные этих хозяев. Феодосий, Гаурила, Микита, Настасья, Абрамя, Храме Алексеевич, Марья Хвёдоровна, Трофимья, то есть вполне человеческие имена. Отношение к ним в высшей степени почтительное. Они приобретают и царственный статус. Микита, Микита, Божий царок, земляный царок, возьми ты от раба Божьего болезнь. То есть царский статус – это, с одной стороны, отображение вот такого почтения, а с другой стороны, признание особых полномочий в помощи человеку при болезни. В этом контексте особенно любопытно, за какие провинности вот хозяева и наказывают человека. На первом месте, вот если так статистику проводить, размещается так называемый переход. Крайне любопытный пример вины человека, когда тот невольно переходит дорогу этому мифологическому персонажу. Но можно было бы предположить, что то таким образом получается вот как бы графическое изображение креста, столь нелюбимое доброхожими. Однако человек ведь тоже не любит, когда ему переходит дорогу. И, возможно, то есть здесь одна и та же схема, когда разрывается целостность пути перемещения и таким образом негативные последствия. Буквально на втором месте –
след хозяина. То есть идея пути передвижения включает и вот представление о следах, попадание в которое грозит виновному наказанием. То есть если станешь вслед лесового духа, будешь блуждать. Но уж если станешь вслед доброхожего, это обязательно повлечет за собою болезнь. И в текстах вербальной магии человек обязан даже озвучить этот свой невольный проступок. Просите у сих четверых, я ж не знал, да на ваш след ступал. Вы меня простите, мозгов не метусите, крови не полите, сердце не томите, ну и так далее. Доброхожие подобные духи не терпят акустически или пластически оформленного вторжения на свою территорию. К числу неприемлемых для них относится и такое чрезмерное веселье, и особенно матерная брань, то есть в лесу или в каких-то полевых угодьях ругаться может повлечь за собою самые нехорошие последствия. То есть, и в том числе строго карается нарушение и регламентированных физиологических отправлений. К примеру, эти примеры еще раз демонстрируют аналогию между пространственной ответственностью хозяина и усадьбой, домом, а по максимуму с храмом, где подобные примеры поведения однозначно недопустимы. То есть вот эта линия храм-лес, она особенно заметна именно в восточно-белорусской традиции. Как пример соседских отношений вот человека и духа локуса, хозяина, можно увидеть в заговорах от детской бессонницы, когда человек предлагает вот хозяину поженить своих детей. То есть вот такой любопытный обмен, когда болезнь меняется на будущий брак. Магическое врачевание болезней, этиологически связанных с духом локуса, в качестве обязательного компонента включает нестандартный для народно-медицинских практик элемент извинения. Человек обязан попросить прощения, и в качестве знака того, что его прощение принято, ждет исцеление и восстановление равновесия. Тогда уже просила хозяева лесового, прости мне, чем-то я, наверное, может, не угодила чем-то, может, в какую минуту в лес пришла, прости мне, поклонилась во все четыре стороны. Вот этот мотив прощения и становится сюжетообразующим в заговорах соответствующей группы. Свят доброход, там хлеб, соль, прими, и раба Божьего прости. Можно заметить и то, что эта просьба о прощении отличается от христианского искупления и отмаливания греха, и представлена скорее как отмена наказания и восстановление житейского благополучия и миропорядка. То есть это во многом она близка к принципам договора, обмена, а момент такого христианского покаяния его практически нету. Ритуалы извинения, как правило, сопровождаются относом, в качестве которого фигурируют хлеб, соль и ткань. И, но в то же время, в отличие от практически всех народно-медицинских практик, исключает наложение креста. То есть в белорусской традиции проговаривание заговоров и так далее, обязательно нужно перекреститься. В этих случаях никакого креста. Вот подобное исключение, оно противоречит активному включению духов хозяев в контекст народного христианства, когда эти духи, они сопоставляются с ангелом. Как говорили, у каждого человека есть ангел свой, так и в каждом доме домовик, у каждом сарае домовик. Одна из информанток рассказывала историю о своем отце, когда тот еще был молодой, и ему нужно было перейти через какой-то овраг, ему показалась женщина, ну, как положено, в одной рубашке с распущенными волосами, то есть, как комментирует информант, это была доброхожая, и попросила перенести ее через овраг. Парень испугался, но выполнил ее просьбу. И вот на другом берегу она ему говорит, что я тебе в пригоде стану. То есть, ну,
тебе помогу в каких-то случаях. И вот потом бабушка рассказывает ряд ситуаций, когда вот этот дух фактически спасает ему жизнь. И последний вариант уже во время войны фактически заслоняет собою от, когда вот ну, фашист направляет на него винтовку, он собирается стрелять. И он говорит, что меня вот ангел с белыми крылами оттащил в сторону. И на вопрос, что это за ангел, он абсолютно уверенно говорит, как это, какой ангел, а это та девка доброхожая. То есть вот такое совмещение, оно и причем неоднократно встречается. Неоднократно повторяется и утверждение, что видеть хозяев может только достойный человек. Это не каждому дается его видеть. Кто Богу верует, то и видит этого. А кто не верит, опровергает Бога, то и не может видеть. В сюжетах народной прозы возможность видеть представителей потустороннего мира увязывается с периодом так называемого «Золотого века», когда земля была не заклята, а по земле ходил Бог. Очевидно, это век отсутствия греха, дифференцированного сосуществования миров. Как субъекты прежних золотых времен, духи хозяева неоднократно называются божьими и даже святыми, хотя использование эпитета «святой» может указывать и на дохристианские смыслы. То есть неоднократно можно услышать «это святые» или «совичок» и «полевый пастушок». Выполнение хозяевами и христианскими персонажами практически одних и тех же функций любопытно проследить и на примеры так называемой боговой дорожки. Существует представление, что перед началом жатвы на ниве появляется такая ровненькая дорожка, тропинка, словно, когда словно бы сострижены колосья, такая ровненькая, это знак того, что пора начинать жатву. И вот буквально в соседних районах это вот зажинание этой полоски приписывается или же полевому хозяину, вот полевому пастушку, или же вот доброхожему, или Божьей Матери, или даже вот самому Богу. Очевидно, подобные отношения между человеком и мифологическим существом, помимо магических принципов, включают в себя и религиозное почитание. Магический принцип, цитирую Елену Левкиевскую, предполагает взаимодействие с иномирным существом с помощью суммы технических приемов, предполагающих жесткую причинно-следственную связь между магическим действием человека и реакцией на него со стороны персонажа. Религиозное почитание основано на ином принципе взаимоотношений, предполагающих наличие у иномирного существа свободной воли и уважение этой воли со стороны человека, могущего в этом случае только просить, но не приказывать. Несколько слов о локативной характеристике ритуала, когда ритуал, народно-медицинский ритуал разворачивается в том месте, где и попала болезнь человека. Можно дальше. И еще одна линия взаимоотношения человека с невидимыми хозяевами можно определить как испытание человека. Если вот в этих ситуациях перехода или следа человек невольно попадает в зону влияния духа, хотя и совершает такой непозволительный поступок, то в ситуациях испытания человек имеет право выбора, причем этот выбор практически стопроцентно разворачивается с точки зрения моральных категорий. Речь идет о сюжете, когда человек слышит в лесу или там где-то в поле плач маленького ребенка, он идет туда и обнаруживает голову младенца. И человек должен накрыть его чем-то из своей одежды. То есть это или платок, или фартук, или хотя бы даже поясок. И вот в случае такого поступка человек получает фактически сверхъестественный подарок. Это или знахарские способности, с одной стороны, но что намного реже, но с другой стороны он получает такой нескончаемый сувой полотна.
То есть от которого можно вот отрезать, 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 и он никогда не кончается. Правда, с одним условием, что нельзя разворачивать до конца. Выходит, потусторонний персонаж ожидает предмет исключительно человеческий, ценность которого и определяется подчеркнуто культурным статусом, чтобы, в свою очередь, одарить его вот предметом со сверхъестественными свойствами. Факт покрывания какими-то текстильными изделиями входит практически во все практики жертвоприношения, особенно объектом сакральной географии. Пускай побудет пока этот слайд. Может, верну еще. Здесь можно сопоставить этот сюжет с мотивом самого появления домового духа в виде вот голого персонажа, только на чердаке. Для того, чтобы с ним наладить отношения, его также следовало укрыть каким-то вот текстильным предметом. На семантическую категорию «голое одетое» в сфере взаимоотношений с духом обращает внимание и Альгирдас Греймас, когда пишет о Каукасе. То, что Каукас является на место своего приручения голым, и что его интеграция в культурное общество происходит посредством одевания, показывает, что договор об оккультурации располагается в изотопии вестиментарной культуры. И закончить хочется тем, что все эти представления — живой и развивающийся комплекс, который демонстрирует особенности миропонимания жителей Белорусского Поднепровья. Сквозная одушевленность окружающего мира, наделение локуса хозяевами и включение их в общую жизнедеятельность человеческого мира. Функции хозяев — прежде всего поддержание порядка, но более любопытна их роль в качестве своеобразного нравственного регулятора. Рассказы о хозяевах, как воспоминания о Золотом веке с его достойными жителями и путешествующим среди них Богом. Мотивы испытания человека с последующим наказанием либо поощрением поддерживают сферы морали, здоровья и брачных отношений, утверждая принципы этики, уравновешивая недостачу и апеллируя к чаяниям гармонии в окружающем мире. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Спасибо большое. Очень интересный доклад, действительно. Скажите, а есть какие-то особенные болезни, вот, которые связаны именно с духами? Или это может быть любая болезнь? То есть, как я уже говорила, как правило, это болезни без особенных симптомов. Человеку плохо. Но вот один из обязательных симптомов – это вот кривизна, то есть глаз там заболел и вытек. Рождается немой ребенок, если это была вот женщина, и впоследствии на этим наказывается. Но то есть это там ни рожа, ни волосей, ни там… Нет. Это просто вот такая особенная болезнь с неопределенной симптомом. Нету названия. Нет.